Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Жители Ленского района уже привыкли к тому, что в преддверии Дня знаний депутат Магнитогорского городского собрания Вячеслав Боболев проводит в своем округе веселый праздник для детей с концертной программой, веселыми играми, подарками. Этот год исключением не стал, продолжит Юлия Никифорова. Участниками детского праздника в 4-м избирательном округе стала детвора всех возрастов. Но главными героями, конечно, были первоклассники. Я пойду в школу и буду там учиться. Я очень хочу туда побыстрее пойти. Вячеслав Алексеевич – это человек золота. Он для нас, для жителей, как бы вообще делает очень многое. Очень часто проводят здесь всякие мероприятия, связанные с разными тематическими праздниками. Вот к 1 сентября, там, к Новому году, День семьи, там, ну, в общем, очень много всяких праздников. И собирается очень много детей, взрослых, все с удовольствием танцуют, поют, обязательно подарки, обязательно какие-то мороженые, какие-то призы. В округе Вячеслава Боболева 3 общеобразовательные школы и 7 детских садов. Депутат – добрый друг всех этих учебных учреждений. Вообще со всеми школами практически, да, вот… Проводим и ремонты, и те решения проблем, которые существуют. В 49-й мы ремонт в зале, сцену отремонтировали. В 60-й школе в прошлом году очень большой объем сделали, тоже отремонтировали сцену, где в основном все эти мероприятия проходят. Вот в следующем году у нас 3-я школа в планах, поэтому… Но большую роль еще и шеф играет. По словам Вячеслава Николаевича, в Магнитогорске сложилась замечательная традиция консолидировать в заботе о детстве силы и возможности власти разных уровней, депутатского корпуса, шефских организаций. Только сообща можно решать финансово-хозяйственные вопросы в школах и детских садах. В связи с этим депутат напомнил взрослым участникам праздника о необходимости активно участвовать в предстоящих выборах губернатора Челябинской области. Надо понимать, что очень много зависит от руководства области, в частности от главы, ну не главы, а губернатора. Поэтому хотелось, чтобы наш Магнитка всегда славилась именно своей явкой, именно вот неравнодушием к этому. Детский праздник традиционно закончился вручением подарков – канцелярских наборов школьникам и мороженого малышам. Юлия Никифорова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН.